Всем привет, дорогие друзья, с вами Инди. И, во-первых, я купил новый микрофон. Я думаю, это слышно по моему голосу. Звук стал немного четче, но проблема в том, что я ожидал, что он будет подавлять шум, но он этого не делает. Например, у меня сейчас кондиционер работает. Если я через аудисти не обработаю, то он будет очень хорошо слышен. Так что мне аудисти все равно обеспечен. Но в любом случае, мы сегодня снова играем в Rain World. Я думаю, вы любите эту игру, потому что просмотр больше всего именно на ней. Игра мне самому наскучила уже достаточно давно, но я думаю, она меня сегодня чем-нибудь удивит. Потому что мне в комментариях Янака Кицуне уже сколько раз пишет, что дальше будет интереснее. Не очень я это верю, потому что... Но как-то игра сильно не меняется. Меняются локации, меняется музыка. Враги, ну, редко меняются, но все же. Но как-то таких основательных изменений я не вижу. Стоп, подождите, это... Ты где? Мне показалось, что это место, где пришелец... Ну, пришельца... Не знаю, как женского пола пришелец. Стоп, это не то же самое место? Подождите. Стоп. Ну не может быть. У меня сохранение вроде в порядке. Стоп. Не понял. Это точно то же самое место. А в смысле? Как я сюда попал? Не понял. А где мои сохранения? Подождите. Странно. Я не могу найти своих сохранений. Очень странно. Я играл, мне вроде ничего не изменилось. Окей, я перезапущу игру, может поможет. Ну, и у меня плохие новости. Я попытался перезапустить игру, и ничего не изменилось. Я решил, что может быть проблема в сохранениях. Решил открыть user data, удалил файл save, и вместо него переименовал backup. Это... Сохранение на всякий случай, запасное. И меня выкинуло на предыдущее место перед той локацией, в которой я оказался. То есть, я оказался, ну, в море, где еще большой монстр плавает. Я думаю, вы поняли. Я не знаю, что с этим делать, в интернете сохранений вообще нет. Так что, если хотите продолжение Rain World, то скиньте мне на Яндекс.Диск. Если кто-то может, если кто-то дошел до этого места, главное, чтобы не дальше, а если что, ну, в крайнем случае, можно пораньше сохранение. Файл save. И мы тогда продолжим играть в Rain World, потому что я не знаю, куда делись сохранения. Я все испробовал, даже делал рестарт, ну, не рестарт компьютера, а... как называется? Сейчас скажу. Даже делал... Восстановление системы, потому что она восстанавливает файлы, на, по-моему, 2 дня назад, и ничего не помогло. Так что, извиняйте, но Rain World в ближайшее время не будет, к сожалению. Но если вы мне скинете сохранение, то я обязательно еще поиграю в эту игру. Ну а пока на это все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Ну, к сожалению, не по Rain World. Всем пока!